В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов испанская «Барса» выиграла в гостях у английского «Тоттенхэма» со счетом 4-2. Два гола забил Лионель Месси. В другой встрече группы «Б» «Интер» одолел голландский «Эйндховен», забив на один мяч больше. После двух туров в активе «Барселона» «Интер» по 6 очков. В группе «А» уверенных побед добились мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». В группе «С» «ПСЖ» разгромил со счетом 6-1 «Цервену Звезду» из Белграда. А «Наполи» выиграл у финалиста прошлого года «Ливерпуля». В группе «Д» московский «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке». С тем же счетом «Порту» выиграл у турецкого «Галатасарая».